скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое ход коня, шах? Отлично, отлично. Для тех, кто сейчас не поднял руку, сразу скажу. Шахматный конь ходит по следующему принципу. Вот если у нас есть эта клеточная шахматная, то он отсюда может прыгнуть сюда. Согласны? В одном направлении на одну клетку, а в другом направлении на две клетки. Буквы Г, совершенно верно. Так вот, перед тем, как решать основную задачу, сначала задача на подготовку. Такая. Рисуете 5 сантиметров на 5 сантиметров у себя в тетради. Только, пожалуйста, расчерчивать именно на сантиметр, да? Чтобы тренинг себе не портить. Задание. Начав с клетки номер 1, закончить движение на клетке номер 25, побывав во всех клетках, ровно по одному разу. Буква Г. Ходом шахматного коня. Большая просьба не дать никаких промежуточных решений. Слова вроде того, что «а я прошел 10 полей», «а я прошел 15 полей», пожалуйста, нет. Давайте, лучше я подожду столько, сколько надо, хоть все занятие. Но вы действительно решите эту задачу у себя в тетради, найти маршрут, полностью его выписать от 1 до 25. Потом обязательно показать соседу, чтобы он проверил, а лучше двоим, троим. И после этого, когда вы все убеждены, что все хорошо, выйти к доске и написать числа. Если правильно, то мы все очень хорошо. Если правильно, то мы все порадуемся за вас. Если неправильно, то, соответственно, будем ждать следующего человека. Ты неправильно нарисовал. Ты нарисовал доску 10 на 10. Опросили 5 на 5. Сантиметров или 5 клеток? Сантиметров – это чтобы было удобно вписывать. Вот это 2 клетки должно быть. Тогда туда удобно вписывать цифры. Иначе вы все зрение испортите, будете мельчить. Пожалуйста, просто экспериментируйте. Задание. Конь шахматный должен пройтись по всем полям доски размером 5 на 5, начав движение в левом нижнем углу и закончив движение в середине нижней стороны. Во всех клетках, повторяю, надо побывать по одному разу. Дважды побывать нельзя, конечно, по одному разу. Что? Я считаю, что ты побывал, если ты будешь, допустим, из коня песок не сыпется. То есть я здесь специально отметил эти две клетки и не рисую. Вообще любой шахматист вам скажет, что когда он делает ход, то конь не сбивает все, над чем пролетает. Да? А вот каждый может рисовать? Безусловно, не надо рисовать линию хода. Вы должны писать в клеточке числа от 1 до 25. То есть давайте я пойду 1, 2, 3, 4, не знаю, там, 5, 6, а давайте прям не стесняюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, опа. Вот это неправильное решение. Потому что дальше уже нельзя. Я ходил-ходил, и вдруг выяснилось, что сам себя загнал в тупик. Но если честно, я специально загнал себя в тупик, но вы должны дойти до 25. Это большая просьба не советоваться между собой, потому что лучше гораздо не показывать. И сразу обращаюсь к тем, кто на занятии сейчас не присутствует, а смотрит нас, значит, в записи. Крайне важно не смотреть сейчас сразу решение, а самому, лучше, наверное, наоборот, даже остановить сейчас запись эту, самому решить и только после этого узнать, какой будет ответ.
Потому что если вы будете только смотреть решения, только смотреть правильные ответы, то мало чему научитесь. Задача сформулирована абсолютно понятно. Собственно, так же, как и все другие на наших занятиях задачи будут формулироваться. Нужно решить. И только после этого посмотрите, какой там будет ответ. Да? Нет, я же уже говорю. Не надо. Вы дошли до 18, но это неинтересно. Только до конца, только до 25. Понимаете, если самолет почти долетел, это значит, что он разбился. Понимаете? Проблема в том, что люди должны делать работу до конца. Если вы почти победили, это значит, что вы проиграли. Почти победили. Пока ребята решают, давайте я все-таки просто покажу, что это за аудитория. Аудитория очень простая. Это второй гуманитарный корпус университета, мягко скажем, небольшая, но тем не менее, это университетская аудитория. Здесь проходят занятия нашего малого мехмата. Два. Пять, отлично. Шесть. В угол, разумеется, надо идти. 7, отлично. 8. Я съел. 15, отлично. 20. Ребята, поскольку здесь много народу, то мы никогда не ждем, чтобы сделали все. Ну, просто иначе, понятно, всем будет скучно. Хотя, конечно, полезно потом, придете когда домой, самому заново решить. Да, все. Все, отлично. Спасибо вам огромное. Действительно, задача решена. Но это была не задача. А это была только подготовка. Потому что задача будет сейчас. Доска 10 на 10. Давайте я ее сейчас нарисую. И расскажу, что нужно сделать. То есть, ребят, смотрите, когда 5 на 5, то понятно, что можно немножко помучиться, доска все-таки не очень большая, и можно придумать. А вот когда доска 10 на 10, то, конечно, сначала простор будет огромный. Прыгай, пожалуйста. А вот зато потом, когда на 80-м где-нибудь шаре выяснится, что запутался, будет очень даже обидно. Поэтому я предлагаю построить маршрут обхода доски 10 на 10. Я нарисовал доску размером 10 на 10. Я сделал следующее. Проставил числа 1, 25, 26, 50, 51, 75, 76 и 100. Зачем? А вот затем. Доска состоит из 4 квадратов. Одинаковых. И сейчас очень простую вещь. Мы пройдем к этому. Всю доску размером 10 на 10, начав в клетке номер 1, и закончим движение в клетке номер 100. Каким образом мы это делаем? А очень просто. Сначала надо скопировать вот эти числа. Что у нас будет? 1, 24, я прямо иду подряд. 19, дальше что? 14. 3, диктуйте мне дальше. 7, 22, 11, 16, 5, 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 5
А вот сейчас, господа, произойдет очень простая вещь. Поворот на 90 градусов. Я сейчас все клеточки, которые есть в этой части доски, поверну, и у меня окажется заполнена вот эта четвертушка. Каким образом производится поворот? Центр поворота – это центр доски. При повороте к каждому числу будет прибавляться 25. То есть 1, 24, 19, 14, 3. Вот этот вертикальный столбик перейдет в столбик, в горизонтальную такую штуку. Значит, смотрите, 1, 26. 24 плюс 25? 29. Нет, не 29. 49. 49. 19 и 25. А если подумать? 44. 14 плюс 25. 39. 3 плюс 25. 28. Пожалуйста, в тетрадях успевайте это записывать. 18 плюс 25. 13 и 25. 38. 38. 2 и 25. 9 плюс 25. 34. Отлично. 20 плюс 20. 45. Хорошо. Идем дальше. Следующий столбик. 25 и 25 это 50. Так и должно быть. 8 плюс 25. 33. 23 и 25. 48. 4 и 25. 29. 15 и 25. 40. Отлично. Осталось недолго. 12 и 25. Вот здесь этот столб берем. Он перейдет вот в такую строчку. 12 плюс 25. 37. 37. Великолепно. 17 и 25. 42. 6 и 25. 31. 21 и 25. 46. 10 и 25. 35. Отлично. 7 и 25. 32. 22 и 25. 47. 11 и 25. 16 и 25. 41. И, наконец, 5 и 25. 30. Так, господа, пожалуйста, пробегитесь на всякий случай по этой доске. Быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Видите, все? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, а я не вижу дальше. А вот 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ура! Мы сделали половину работы. Теперь нужно сделать здесь. На самом деле, один из способов такой – взять вот эту четверть и тоже повернуть ее на 90 градусов. И действительно, у нас все получится, но я предлагаю способ попроще. Если вы повернули на 90 градусов и потом еще раз повернули на 90 градусов, то это то же самое, что повернуть на сколько? Сколько 90 и 90? На 180.
А поворот на 180 градусов – это и есть та самая центральная симметрия. Поэтому, смотрите, я могу взять и вот эту часть доски симметрично отразить вот сюда. А именно, вот 1 прибавляю 50, получается 51. 13 прибавляю 50, сколько будет? 63. 23, 73. Дело в том, что 50 быстрее прибавлять. Здесь будет 71, и там у нас будет 55. Замечательно. Дальше смотрите, вот во что перейдет эта строчка. Понятно во что. Вот в эту 75, 62, и здесь будет 57. Вот эти две строчки центрально-симметричны относительно этого центра. Точно так же. 24, 13, 8. Смотрите. 74, 63, 58. Успеваем все рисовать. 67 и 72. Пошли здесь. 19 и 50. Это 69. 52. 73, 56 и, наконец, 11,50, это, по-моему, 61. Так, дальше, 14,50, 64, вот эта строчка симметрична этой. 64, я вижу уже 59, 54, 71 уже написано. Тут возникает, естественно, 66 из 16. И, наконец, здесь у меня, господа, 53, здесь у меня 70, 65, тут у меня 60 и здесь 55. Отлично. Осталось сделать последнюю четверть. Они получают поворотом. Это в эту, на 90 градусов, но из этой четвертушки это получается тоже при помощи центральной симметрии. Поэтому я ровно так же, как уже делал, поступлю. Вот здесь вот читаю числа 26, 49, 44, а сюда пишу 76, 50 и 49, 99, 94, 89 и 78. Поехали дальше. 93, 88, 77, 84 и 95. Поехали дальше. 43, сейчас это уже было, 50 даст мне 100, 33 даст, разумеется, 83, потом будет 98, 79, это из 29, дальше получилось из 40 90, осталось всего две строчки. 37 переходит в 87, здесь получается 92, здесь получается 81, здесь 96 и 85. 82, понимаю, что это трудно, да? 97, 86, 91 и тут у нас 80. И тут у нас 80. Мы сделали огромное дело. Если бы я эту задачу решал просто хаотически, пройдя по доске, то, поверьте, сначала мне было бы легко, но потом бы я обязательно запутался. Симметрия дает нам с вами возможность... Ну, как вам... Слушайте, а вы знаете, почему мы любим стихи? Никто никому не приходило в голову. Когда человек говорит просто рифма... А что такое рифма? Рифма – это когда одна строчка заканчивается так же, как другая. Человеку, за что мы любим, знаете, ребят, историю с фасадом, уже, правда, она сейчас, к сожалению, снесена, по-моему, гостиница «Москва». Знаете историю? У архитекторов есть такое правило. Когда делают проект,
то вы прекрасно понимаете, что невозможно большому начальнику, пока, от которого, собственно говоря, зависит то, какой из проектов утвердить. Что они выбирают один-два проекта, ну, конечно, не один, потому что все-таки надо, чтобы начальник принимал решение, но, скажем, берут два проекта и делают так. Рисуют то, как будет выглядеть здание, левую половину по одному проекту и правую половину по другому. И прямо на одном листе дают. А дальше начальник подписывает то, что он считает нужным. То есть выбирает, какая из предложенных двух картинок, какая из двух предложенных картинок ему больше нравится. И вот когда вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину принесли архитекторы на утверждение проект, то было сделано следующее. Сталин взял и подписал и левую, и правую половину. Никто не знает, зачем он это сделал. Может быть, что он просто, ну, все-таки не будучи профессионалом, может быть, он не понял, что от него требовали выбрать такой проект или такой. Может быть, он этим хотел сказать, что ему оба понравились, и ему все равно, а пусть профессионалы принимают решение. Но ужас перед Сталиным был таким, что никто не решился, ну просто все-таки людям жить хотелось, никто не решился переспросить, а что же, собственно говоря, вы имели в виду, какой же из проектов реализовывать. И тогда было принято замечательное Соломоново решение. Построили здание, у которого левая половинка была по одному проекту, а правая по другому. Между прочим, получилось вполне симпатично, такой вот замечательный памятник в эпохе, когда боялись даже переспросить, до того был человек, да. Так вот, сейчас уже несколько лет назад, к сожалению, этого фасада уже больше нет.